Любимая российскими туристами Хорватия стала менее доступной. С этого дня въехать в страну наши соотечественники могут только по визе. Новые правила связаны со скорым вступлением балканского государства в Евросоюз. По стандартам ЕС иностранные гости могут посещать страны-участницы Союза только по шенгенской визе. Она обойдется в 35 евро. Более того, для въезда в край белоснежных пляжей придется доказывать свою финансовую состоятельность. На банковской карте туриста должно быть минимум по 50 евро на каждый день пребывания. Правда, Москве и Загребу удалось договориться об упрощенном оформлении виз, но воспользоваться этим смогут только участники официальных делегаций, бизнесмены, ученые. Агентство путешествий не теряет надежды удержать турпоток в Хорватию на прежнем уровне. Ежегодно страну посещали 200 тысяч россиян, и по подсчетам туроператоров лишь 5% из них ездили туда по горячим путевкам.